Летний вечер. Площадка в центре города, множество людей, живая музыка в исполнении Брестского городского духового оркестра под руководством маэстро Валерия Коваля. Прекрасные голоса его солистов, танцующие пары, атмосфера счастья и праздника. Все это неизменная составляющая ежегодных музыкальных вечеров на Советской. В этом году яркий летний сезон под открытым небом начался с программы «Оркестр любви». Праздник, мы начинаем вечера, музыкальные вечера на Советской. Это действительно замечательный и уникальный проект, потому что это единственный проект, вот в областных центрах такого нет, единственный проект в Беларуси. На пешеходной улице каждое лето играет оркестр. Притом играет самые разные программы. Это и вальсы, это концерты про любовь, это концерты, посвященные разным странам. Мы гордимся своим оркестром и гордимся своим главным дирижером и художественным руководителем Валерием Борисовичем Ковалем. Этот летний сезон будет особенным и соберет лучшее произведение. Ведь творческой деятельности художественного руководителя и автора проекта Валерия Коваля исполняется 50 лет. Здесь душевность, здесь красота, здесь любовь. Мы будем делать такие музыкально-поэтические вечера. У нас будет вечер вальса, вечер танго. У нас будут сольные концерты наших солистов. За время существования у музыкальных вечеров появилось множество поклонников, которые ждут каждый сезон с нетерпением. Это его герои, постоянные участники и гости, артисты и танцевальные пары, блогеры, зрители и просто друзья. Они к новому сезону. Хочу подметить, по большому секрету, тоже приобретают себе наряды, изменяют прически, стрижки. Мы это все видим. Омолаживается наша танцевальная площадка, а молодыми пополняются ряды. Поэтому здоровье им пусть берегут себя, и мы без зрителей не можем существовать. Если будут они, будем и мы. У нас будет вдохновение и будет для кого работать и петь. Меня знают, и я знаю уже почти всех, кто тут танцует. Кто-то приходит, кто-то уходит. Ну, такие обстоятельства бывают, потому что возрастных много. Поэтому мы как одна семья. И обижаются, если я не снимаю. Мы всегда очень ждем этих вечеров. У нас своя школа танцев, поэтому с нетерпением, еле дождались. Хотелось бы, чтобы это, во-первых, было не только в Бресте, а в любых других городах, а то нам все просто завидуют. Всего для брещан и гостей города подготовили 11 музыкальных вечеров от блюза до рок-н-ролла. Организаторы обещают, каждый будет неповторим. Я первый раз живую, все время на ютубе смотрела, а тут вообще. Душевно, хорошие традиции, хорошее настроение, замечательно. Мы влюбились в этот оркестр уже не однажды, а давным-давно. И, конечно же, ждали, очень ждали открытия этого сезона. Новый сезон музыкальных вечеров на Советской приглашает всех любителей танцев, живой музыки и хорошей компании каждую субботу на протяжении июня и июля ровно 18 на том же месте. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».